Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Давай-ка заберем награды. Так, ежедневочку одну выполнили. Совершить сделку. 210 ДНК на устройство отслеживания за солнцем. Не хочу я это. Аттракцион. Бред какой-то. Так, очки доверия на фигуру велоцираптора тоже не хочу. Скалозавра. Блин, есть что-нибудь нормальное? Еду на монеты. 11 ба... Ладно, давай что-нибудь тогда здесь замутим. О, каритозавров у нас очень много. Так, на очки доверия, говоришь, да? Выгоднее обменять. Это одну штуку только лишь. Но я бы не сказал, что это очень выгодно. Если честно. Ладно, заберем награды. Использовать ускорение. Так, собрать моды. Давай пробежимся по модам. Раз такая пляска пошла, будем менять на деньги. Поехали. Чарли, давай что-нибудь нормальное нам подкинь, пожалуйста. Хотя в обычных модах ничего нормального нету. Ну вот, наверное, только если снижаемый урон на 50%, еще можно как-то смириться с этим. Лучше бы, конечно, выпал бы пак. Это было бы шикарно. До конца будет слабость. Ну, давай вот этот вот редкий. Один пак редкого мы себе позволим крутануть. И... твою налево. Нет, чтобы вот дать мне пак. Как специально. Так, открыть набор карточек. Потратить еду. Принять ПВП. В общем, все остальное по стандарту. Так, давай-ка мы глянем, что у нас тут происходит. Так, Таникалагриус. Не прокачался, к сожалению. Жаль. Продолжаем. Так, а здесь у нас... ага, тиранозавр готов. Тиранозавр. Ну что, подожди, поместить. А он что, у нас отдельно идет? Ну давай сюда тогда его поставим. Забрать. Теперь мне надо на кого-то потратить очень-очень много еды. Так, слушай, у динозавра может быть до 40 уровня прокачать, но для этого нам понадобится еще один. А у нас как раз-то он и есть. Пускай выводится. Блин, зачем я его сюда поставил? Твою налево. Мне же нужно было 3 ускорения сделать. Вот это я сейчас сглупил. Вот это я сглупил сейчас. Надо было ускорение вначале сделать. Я что-то не подумал. Так, у нас босс есть. Давай посмотрим, что у нас по ежедневкам-то вообще. Схватка редких. Опасные травоядные. Турнир в честь Пасхи. Турнир в честь Пасхи. Вы, блин, сейчас... раз, два, три, четыре. 4 поединка. Ну, это, по-моему, ребят, какой-то уже борзота. Я даже не знаю. А что там за награда вообще? Фараракас. В плане, не в коллекции. У меня разве Фараракаса нету? Да ну, быть такого не может. Блин. У нас еще и Дрожь Земли, оказывается, есть. Идет сейчас в данный момент. Ого. Офтальмозавр. Легенда бриллиантовая, прикинь. Это главный приз, которого мне наверняка не видать. Слушай, ну я даже не знаю, меня прямо задачили, ребят. Что будем делать? А здесь что? Блин, и тут прикольно. Легендарки. Только легендарные могут участвовать. Сколько там поединков? 3. На травоядных, опасный травоядный. Минимум модов. Да. Ну что, я, наверное, начну со схватки редких. Давай попробуем. Так, тиранозавр, тиранозавр и зухариптор. Подожди-ка. Что там у нас?
Только легендарки. Блин. Кстати, Птернадона нам надо прокачать. Он у меня не полностью прокачанный. Ну, я его не уверен, что мы, конечно, его сейчас прокачаем полностью. Не хватит нам еды. Ну, сколько сможем. 37 уровень. Только лишь 37 уровень он получает. Сможем ли мы здесь справиться? Вот в чем вопрос. 40 уровень и 40. Плюс Зухариптор. Блин, мне кажется, мы не сможем справиться, потому что, ребята, элементарно не хватит легендарок. Пасха. Ну давай попробуем в Пасху. Фиг с ним. Давай попробуем. Значит так. Антаркопелта нам понадобится кто? Хищник какой-нибудь? Ну возьмем, например, Спинораптора. Да? Возьмем Спинораптора здесь. А против Эриопса, ну, допустим, я возьму Птеранодона. И... Ты пилозавра, что ли, взять? Ну, давай Эдиоморфодона возьму. Поехали, посмотрим, что у нас из этого получится. Так, ну, естественно, начнем с атаки. Я боюсь, сейчас Эриопс просто нас ушатает. Просто, ребята, ушат. Он сейчас поменяется, и он нас бомбанет. О, я думал, здесь будет посерьезнее атака. А тут всего 701. Такс, ну что, меняемся тогда тоже. И поставим, наверное, вот так. Блин, не хотелось бы, конечно, чтобы он меняется. Да, друзья, он меняется. И тут тоже он атакует. Ну что, тогда мы ушатываем, я так понимаю. Мы, по идее, должны его сейчас вольнуть. Раз, два, и вот так сделаем. Отлично. Одно бонусное очко мы передаем сразу нашему Птеранодону. Тут главное посмотреть, сколько у нас получается. Так, 5. 5 очков действий, по идее. По 800. Сейчас глянем. Раз, два, три, четыре. Да, этот Эриопс у нас отдупляется. Блин, ты посмотри, что творит. 825 запом... О, конечно, тут нам за глаза и за уши, ребята. Сейчас мы его накажем. Это даже тебе не поможет, твоя защита. Здесь у нас все получилось круто. Друзья победили. Но это был только первый поединок. Еще два впереди. И нам сейчас покажут, что нас ожидает в следующих боях. Ну тут просто трэш, ребят. Ладно, Пилораптор это фигня. Но Пеликактилий плюс Диметрокарнус. Да. Что я могу... предложить? Я могу предложить взять Анхилодока здесь, вот для сюда. А вот тут вот, наверное, в принципе, Диплотатора должно хватить. Но я вот не уверен насчет Диметрокарнуса. Если я сделаю, к примеру, так. Нам нужен кто-то. Нам нужен кто-то, чтобы, я не знаю, отвлек Пеликактиль этого. А как мы его отвлекем? Я не знаю, ребят. Твою налево, блин. Ну Дегазавра сейчас брать, это бессмысленно, потому что... А вдруг проиграем? Тогда мне еще хуже будет. Блин, был бы у нас Эндоминус чуть-чуть попрокачнее. Блин, я думаю, что впереди будет еще кто-то посерьезнее.
Так, нам тогда надо брать нейтральный статус. Пускай это будет идиом Морфодон. Все, ребят, вот так вот я решил. Начну сразу с атаки. Ох, сейчас возьмет. Я чувствую вот этого вот хлыща. Я так и думал. Ага. Тоже защиту взял, да? Неужели он сейчас поменяется? Конечно, поменяется. 1200. Еще и атакует. Прикинь? Так, он одну атаку сделал, да? Значит, раз, два. И вот так. Вырубаем. Пирораптор. Ну, слава богу, пирораптор нам здесь ничего сделать не сможет там. Ха. Ты вот так решил, да, значит? Поехали. Вот так вот сделаю. Пять очков действий. Два он оставил на запас, да, получается? Значит, вырубаем его. Вот так я сделаю. Остальное все на дополнительное. Окей, и вот он. Диметра Карнус. Ну что, я думаю, ему, в принципе, ребят, все, крышка. Деплотатор его сможет разобрать. Замечательно. У нас все получается пока. Но еще два поединка впереди, об этом тоже не стоит забывать. Смотрим следующий. Эрликозавр, Зухариптор, плюс Эниозавр. Особенно Эниозавр, блин, 31 уровня, офигеть, у него ХП. Значит, нам нужен будет хищник. Я думаю, что Раджастега для этого подойдет как никогда очень хорошо. Против Эрликозавра и Эниозавра. А вот против Зухариптора нам надо будет взять, скорее всего, Апатозавра. И, скорее всего, даже не одного, а двух сразу. Или можно сделать вот так. Поехали. Сейчас мы посмотрим. Ну, в принципе, Раджастега бомбит не кисло. Он сейчас, наверное, возьмет Зухариптора, скорее всего. Да, он будет меняться. Так, а мы тогда берем с тобой у Эрхозавра и сразу же берем бонусы. Смотрим. Естественно, меняется. Естественно, меняется. Слушай, ну тут еще более-менее терпимо, ребят. Сколько он нанес? Я одну атаку, да, по-моему? Если я, например, все солью. Блин, мне невыгодно все сливать. А хотя почему невыгодно? Выгодно, ребят, выгодно. Реликозавр... Не уверен, что он будет здесь выделываться. Скорее всего, поменяется. А вот этот нас уже завалит. И вот, ребята, трындец, по-моему, нам приснился здесь. Да. Раз, два. Так. Че-то я сомневаюсь, что мы с тобой завалим Эрликозавра. Хотя у него 1667 хп. О, нет, ребята, у него 600 атаки. Слушай, мне надо было брать, наверное, все-таки не двух травоядников, а двух хищников. Давай возьмем Индоминуса. 159. Блин, это, сколько это событие еще будет длиться?
Два дня, отлично. Сегодня не пройдем, завтра да пройдем, да, как говорится. Ладно, берем индуминса. Плюс карнораптора. А против зухариптора... Против летающего можно взять, в принципе, наверное... Блин, апатозавр... Даже у эрхозавра... Давай, наверное, его и возьмем. Вот так вот. Поехали. Сейчас посмотрим. Тут, конечно, атака 842, это мало очень. Очень мало. Ну что, он будет меняться, по идее, конечно. Так, сделаем, посмотрим. Естественно, меняется. Мой ход. Давай проверим. Атаковать 100% он не побежит, он будет меняться. Ну что, пора, по-моему, распрощаться с этим зухариптором. Он уже тут достал всех. Так, вот, я думаю, хватит, да? За глаза и за уши. Так, эрликозавр. Так, две он оставил на запас. Блин, две он оставил на запас. Наверное, все сливать. Твою налево, а ты посмотри. Так, ну, одно радует, что у него очень маленькая, слабенькая атака. Здесь ему придется потратить две. А у нас у индоминуса мало здоровья. Две и там шесть. Я все вставлю в защиту, ребят. Что я сделал? Зачем я так тупанул? Почему тупанул? Все у нас нормально, по идее. 800, так, это получается 1600, 1600. 3. Должно хватить, ребят. Должно хватить. Ух, защиту он поставил. Все-таки мы пробили. Все-таки пробили, ребят, мы его. Так, и последний. Ютиранус. Сегнозавр и тиранозавр. Ну ладно, здесь возьмем вот так вот. Блин, птеродактили. Ладно, возьмем все-таки его тогда. И придется, наверное, еще и апатозавра брать. Или взять, или все-таки стегоцератопса. Кого тут лучше взять-то? Давай стегоцератопса я все-таки возьму. Давай поменяем. Поехали. Так, слушай, ну у нас 1375 к атаке. Я думаю, сейчас Ютиранусу не поздоровится. Он поменяется. Угу. 1200, ё-моё. Так вот, если я сделаю. Будет бомбить, интересно, или нет? Не стал.
что делать-то? Ладно, будем делать так. Четыре очка действия. Он все сливает, друзья. Так, ну что? И раз ты все слил, значит, нам нужно вот так вот сделать. Раз, два, раз, два, три. Так, вырубаем сегнозавра. Само собой, этого сейчас тоже уничтожаем. Ютерануса. Две атаки, да, попало от него? По нам. Две атаки. Ну что, тут одну атаку, наверное, нам нужно сделать. Так. Давай вот так вот сделаем. И терезинозавр. Так, сколько у нас тут? Че, я попробую, ребят, пробить тогда уж полностью. По-моему, ему крышка. Да. Друзья, мы прошли с вами это событие и, соответственно, зарабатываем кого? Фараракаса, насколько я помню. Или что там у нас? Да. Ну, игра, как всегда, у нас вылетает не вовремя, поэтому 130 очков доверия я заработал. Так, заберем награду здесь. Так, а что у нас по поводу Фараракаса? А, его же еще вывести нужно, ё-моё. Кстати, знаете, что я хочу сделать? Пока у нас доллары есть, я вот так вот сделаю. Чтобы мы с тобой уже получили 57 уровень. Как можно быстрее. А на 57 уровне, если я не ошибаюсь, будет... А, нет, ребят, ошибаюсь. Что-то я думал, что мы с тобой откроем нового динозавра. Нет, это будет только на 58 уровне, к сожалению. Так, ну что, получается, нам нужно еще с тобой сыграть, ну, PvP-арену, это все понятно. Сейчас посмотрим ежедневки наши. Использовать ускорение, принять участие в PvP-сражении на любой арене. А у нас есть Дрожь Земли. Дрожь Земли есть. Погнали. Начнем. У нас с тобой, конечно, элитка вся уже проиграна. Но у нас есть самые-самые начальные динозаврики, которых мы можем с тобой отыграть. Ну что, поехали. Капразух, Шунозавр и Димитродон. Я думаю, для начального-то поединка этого хватит. Для самого первого. Да, за глаза и за уши. Ну что же, накумарим. Сколько у нас там атака? 97. Вырубаем. Иди отдохни чуть-чуть в кустиках там. Это кто у нас? Тодзе, что ли? Тодзе, ты тут-то. И я тут-то. Сейчас у меня получится 13 атаки всего лишь. Это, ребят, ни о чем. Все-таки поменялся, да? 41 хп. Вырубаем также. Так, выходит следующий. Это у нас... Да, тот самый Тодзе. Ну давай, давай, что-нибудь делайте быстрее. Тодзе решил бомбануть. Смешно. Вот и все. Собака-крокодил победила. Первый поединок. Так, ну что, мы с тобой перейдем. Да, мы переходим с тобой в добытчики. Нам нужно было 3 ПВПшки, насколько я помню, поэтому... Но
Ну, в честь праздника-то могли бы дать, блин, что-нибудь, я не знаю, посущественнее. Что вы даете мне, ерунду какую-то? Так, ладно, переходим. Здесь у нас... Слушай, я думаю, наверное, можно еще кого-нибудь подешевле взять, да? Давай возьмем Рамфоринха. Подожди, подешевле. Мы же сейчас перешли уже в другой ранг, по идее. Ладно, ничего страшного. А что у нас Гуандунь вот здесь находится? Интересно, не знать почему. 40 уровня, фиг знает где. Вообще. Ниже даже Капразуха 10 уровня. Я не знаю, почему они так сделали. Хм. Ну ладно. Так, что мы здесь можем сделать? Дупочки. Мне кажется, он сейчас поменяется на каритозавра. Я так и думал. Ах ты, жук ты навозный. Ну, ты сам напросился. Ты сам напросился, поэтому... Давай его... уничтожать. Так. Опять же появляется Джунгариптор. Ну и что ты там задумался? Будешь меняться на Лозавра или нет? Одну атаку делает. Перестраховывается, типа, да? Но ведь это тебе не поможет, парень. Все, и выходит Алозавр. 48 к атаке. Это не о чем, ребят. Хотя, вырубит. Он может вырубить моего Гуаньлунь, если все сольет. Все 4 атаки. Что, 3 даже хватит? Ну ладно. Тогда давай, Нондазух. Покажи ему. Вот и все. Вот и все дела, друзья. Блин, ну Дазух, тебе надо как-то прокачать. Все надо прокачать, но, видишь, нет возможности. А вот здесь мы с тобой не перешли. Видимо, давно уже идет это событие. А я тут сколько в эту игру не заходил? Да прилично, где-то около 3-4 дней точно я здесь не был. Ну что, давай дальше тогда посмотрим, что у нас тут. Отыгрывать-то, в принципе, есть кого. Так что, ребят, можно не расстраиваться по этому поводу. Давай возьмем Кулазуха, Диморфодона и, например, Терезинозавра. Посмотрим, что нам против этих ребят поставят. Пеликанимим, Скалозавр и Трицератопс. Возможно, вечером, ребят, вечером, уже поздним вечером, я сделаю еще серию. Потому что я хочу поиграть еще в одном событии. Но для того, чтобы в нем играть, нам нужно, чтобы откатились мои динозавры. Да, Пеликанимим сейчас хорошо получил. У нас, кстати, здесь не очень хорошая ситуация, потому что он взял одних травоядников. Уровень, правда, маленький. Особенно у Скалозавра. Но все равно неприятно. Так, он ничего не стал делать. Так, это было ожидаемо. Ну, вот так вот он решил сделать. Это его дело. Раз, два. Раз. Так, отдуплился. Скалозавр. Ну, ему тут вообще ничего не светит, этому скалозавру. Глуповато, конечно, это было все. Очень глупо. Раз, два. Вот так вот сделаю. Трицератопс вылазит. 49 к атаке. Ну, возьмем даже 50. 3 атаки. А, он даже ничего не стал делать. Очень-очень-очень зря, парень. Вот и все. Карамон забомбил. Почему-то он похож на одного
из Карамона. Поэтому я его так и назвал. Да, в Карамонов сегодня, скорее всего, мы поиграем на втором канале. Ну что, ребята, мы уже на выживших, как ни странно. В честь праздника могли бы шанс добычи улучшить, усилить. Но нет, сказали, перебьешься. Сиди, мучайся. Так, ну что у нас тут есть? Есть Кафагнат, есть Велосираптор, есть... Давай вот так вот возьмем. Вот эту великолепную троечку. И посмотрим, кто у нас тут выпадет в соперники. Велосираптор, Стегоцефал и Гигантозавр. О как! Ну давай бомбанем разочек. У нас, кстати, скафагнатов очень много. Они тоже, ребята, хотят прокачаться. Ну, что ты там задумался-то? У тебя 20 хп. Он две атаки слил. Так, уничтожаем велосираптора. И сейчас выйдет Стегоцефал. Вот так как у нас классовое преимущество, он, скорее всего, поменяется на... Хотя ему смысла меняться я не вижу. Но он меняется все-таки. Да, гигантозавр выходит. Ну что, прощаемся и с ним тогда. Раз, два. Так, он поменялся, да, он поменялся. Давай так сделаем. Goodbye. Ну что, Стегоцефал, ты хотел от меня уйти, но, как видишь, я тебя преследую просто-напросто. Ну, будут какие-то движения? Да. Ничего у тебя не вышло, парень. Ты уж извини, ничего личного. Все. Ребята, здесь мы победили. Я надеюсь, мне сейчас что-нибудь хорошее дадут, хоть пак. Я что, неужели не заслужил даже маленький пак? Так, 60-я позиция. Видимо, не заслужил, друзья. Видимо, не заслужил. Не хотят они мне давать. Так, подожди-ка, а что если я... Я вообще задание там выполнил или нет? Выполнил. Так, используйте в сражении. Так, давай, наверное, канайзойку тогда сейчас быстренько пройдем. Канайзойка, это у нас вот здесь. Вызов. Раз, два, три. Блин, три ускорения еще этих надо сделать. Ну, тут, как всегда, блин, в своем репертуаре. 39-е, блин. Он еще и первый ходит, что ли, нет? Давай смотреть. Меняется. У Винтотерия берет. Мы тогда тоже возьмем. И вот так. Аджук. Будет меняться сейчас. На Эндрюсарха, да, скорее всего? А Эндрюсарх 39-й. О, все, ребят, нам тут не сдобровать. Хотя он не стал ходить. Я, наверное, влуплю по полной программе ему. Ага. 400, да? Ну тут нам кронтарики, конечно. Три атаки потратит, две оставит на запас.
Две оставил он на запас, я так и понял тебя. Ага. Раз-два, раз. Проверим. Ну и что ты решил, Дипротодон? Будешь атаковать или побежишь под юбку? Конечно, побежал под юбку, ребят. Такс. Бомбануть или не бомбануть, а? Я, наверное, сделаю, знаешь, как вот так вот. Пошел ва-банк, короче, я. Ну, что ты там хрюкаешь? Ты, блин, сейчас серьезно, что ли? Я не пойму. Все, до свидания. Иди гуляй. Шикарно. Пришел. Явился, не запылился. Так, считаем, ребята, 8 очков в действии, да? Сколько он будет сливать? 4. И 4 остается у него, так? Неужели он... Я сомневаюсь, что он все возьмет в защиту. Проверим. Ты смотри, а? Так, ну хорошо. Я могу только сказать тебе одно. Даже если он все свои очки сейчас потратит, он меня пробить не сможет. Вот мы его вполне, да. Фью. Молодец, хвостиком еще там пыль смел, так говорится, с земельки, да? Покричал. В общем, выиграли мы. Приз любителя 8000 монет. И еще разочек. Ага, 40 очков доверия. Замечательно. Так, забираем здесь награду. И нам нужно сделать еще 2 ускорения. 2 ускорения. Как мне их сделать? И на чем мне их сделать? 25, чтобы еще... Нет, ну это глупо. Кстати, давай глянем, что у нас тут за босс. Он вообще еще актуален или уже все, ребят? Внимание, босс. Что-то написано. Еще можно, я так понимаю, да? А слушай, ну против него хищников нужно брать. Так и так. Конечно, не топовые хищники, но, ребята, один разок я ему все-таки накачу. Смерть, Додо. Поехали. Посмотрим. Вот ты жук, а. Да,
Готов. Так, уровень босса 2. Понятно, это было предсказуемо, друзья. Ать. У нас тут очень мало здоровья. Слушай, откуда он знал, что именно две нужно атаки мне нанести, ребят? Мы дошли до третьего уровня босса. Интересно, какой тут самый максимальный уровень босса? Кто-нибудь из вас знает? Все, нам тут крышка, понятное дело. Даже если бы я взял бы элитных, все равно мы долго бы здесь не простояли против него. Но, тем не менее, хоть сколько-то очков набрали. А это 100 ДНК. 200. 300. Нанесите 5000 единиц урона. То есть это даже очень неплохо, ребята, фармить. А в награду выпадает пасхальная статуя Дода. Слушай, ну в принципе неплохая статуя. Блин, я все динозавров этих не могу довести до 15 уровня. Ты прикинь, это у нас, наверное, уже где-то полгода висит это задание. До 15 уровня довести. Подожди, что еще разок? Как оно там звучит, это задание? Доведите 15 динозавров до 40 уровня. Да? И у меня только 7 динозавров, оказывается, имеет 40 уровень. А так вот посмотришь, островок-то уже, ребята, в принципе, заканчивается. И размещать-то больше здесь нельзя будет. На острове Сорна, если только развиваться. Ну да, тут... тут еще прилично можно выстраивать. Так, ну что, мы, наверное, продолжим поединки-то на Дрожь Земли. Кстати, сейчас посмотрим, может быть, уже откат можно сделать, не? Так. Так. Это вот было ускорение, ребята. Я его сделал. Так, и забираем. Угу, 40 долларов. Ну, в принципе, неплохо, ребят. Че там на ограниченный... У нас, видишь, умножение на 2 идет. Не успел я прочитать. Так, ладно, двигаемся с тобой на Дрожь Земли. Схватка. Берем Афиокамима, Тираннозавра и Капразуха. Давай, давай, кого-нибудь быстрее. Ну, в принципе, нормально, ребят. Нормально, сейчас попробуем. Блин, хищник. Ну, тут, понятно, дело, Капразуха надо брать. Пока он поменяется. На кого? Гигантоцефала взял, да? Давай посмотрим, что он. Ну, он сейчас будет брать микропозавра. Ожидаемо. Ну, давай атаку сделаю. Проверим. Готов, парень. Так, ну у него есть Афиокадон.
Три атаки он потратит. Три. А, две даже ему? Да, ему две за глаза, ребят. Ну что, Капразух, вперед с песней. Раз, два, три. Вот так вот. Готов. Ну и гиганоцефал. Гиганоцефал. Сколько ты будешь тратить? Да сколько бы он ни потратил, у нас тиранозавр мод 2. Есть и он. Он почти все слил. Не почти, а вообще все слил. Наше время веселиться. Давай. Вот и все. Забомбашили мы его. Так, я надеюсь, сегодня вообще хоть дадут мне что-нибудь путевое на рулетке или нет. 38-я позиция. Интересно, мы сегодня сможем перейти в следующую лигу? Нет, дают еду. А, еду дают. Пока есть с кем играть, можно играть. Беру лабиринтозавра, ютирануса и... скафагната. Лабиринтозавр, ютиранус и скафагнат. Аморгозавр, карна... Блин, у нас и карнорапторы готовы прокачаться, да? Опа. Опачки. Неудачно у меня лабиринтозавр выпал. Совсем неудачно. Давай так вот поменяем. Ну что, ты будешь брать своего этого, как его звать-то, суперзавра? Конечно, будет. Вот только атаковать не стал. Проверка. Это жук. Но он сейчас поменяется, наверное, на Дарвина, как его там звать-то? Дарвиноптера. Попробую я его сейчас накумарить все-таки. Ага, получается. Суперзавр выполз. Четыре очка действия. Три сливает. Три слил. Так, ну что, ютиранус, давай выходи. Нам нужно сделать по нему три атаки. Готов. И аллозавр. Наверное, все будет сливать, скорее всего, парень. Думает, ходит, думает. Ну что, скафагнат, я думаю, ты меня не подведешь. Отлично. Ну что, как-то так. Вот, ребята, идем, потихоньку продвигаемся. Но еще до сих пор на выживших. Следующую лигу нам еще пока не дали. Вот не чтобы сюда чуть-чуть перемотнуть. Чуточку совсем. Но ведь нет же. Ну что? Антарктопельта. Блин, такое название. Возьму Зухамима. Нет. Секодонтозавр. Блин, трындец. Лучше не говорить. Лучше говорить этого. Секонды. Фигонды.
Такие названия у них. Я вот диплотатор, легко и просто. А тут сигонтодозавр, блин. Так, ну что, давай посмотрим, кого тут выдадут нам в противники. Нондогазавра, тропиогоптера и саркозуха. Да, вот таких вот ребятушек здесь выдают. Ну давай, нондогазавр, или атакуй, или иди гуляй. Молодец. Ну что, мы тоже сделаем ум, да? Раз, два. Как раз 490. Шикарно. Вырубаем. Тропиогоптер, я думаю, здесь забздит. Он не будет атаковать. Или будет? Да ну, куда ему? 85 хп. Ага, ну... Фига себе. Ну что, влупим по полной тогда ему. Ну и опять же тропиогоптер. Ну, здесь у него, ребята, очень много очков будет. 4 на 85. Ну да, только вот таким вот образом он нас и завалит. Поехали. Уничтожаем. Все. Не скажу, что сложно, но и не совсем легко. Средний пока уровень идет. Я думаю, сейчас мы перейдем уже в следующую лигу. Да, и это у нас охотники. Может, здесь повезет нам больше? Нет, не повезет нам здесь больше. Так, ну это уже следующий ранг. Там, соответственно, и запросы уже немножечко другие. Там должны быть уже более серьезные динозавры. Сейчас проверим. Я взял карнораптора, армагозавра и пеликанептерикса. О как, о как. Ну тут только один, да? Тупандактиль. Это единственный, наверное, ну, пока такой противник для нас. Но я возьму аморгозавра. В остальном у него что? Только травоядники идут. Так что ему меняться смысла нету, мне кажется. Хотя нет, лучше брать травоядника, чем драться этой птичкой, тупандактилем. Что-то мне подсказывает, что ему уже кранты. Он взял две защиты. Да. Это было глупо. Такой шлепочек, чпок. Раз, два. Раз, два, три. Ой, я же забыл, что он взял одну защиту. Ё-моё. Точнее, он оставил одну очку действия, не потратив его. Ну, смотри. Раз, два, три. Ты, блин, сейчас серьезно, что ли? Ну, давай. Запомнили, да? Два очка 10 у нас целый себе. То есть нам, получается, нужно... 3. Давай так вот. Замечательно. Ну что, пеликанимим, иди сюда. Будем болтать по душам. Мне выгоднее, наверное, взять карнораптора. Так будет быстрее идти разговор. Окей. И последний это Пахицератопс. 74 атаки. Ну, естественно, классовое преимущество у нас идет.
Так, что тут ему? Все, проминаем. Я прям 8 атак сделаю. Пибич. Вот и все. Молодец, красавчик. Блин, надо их всех прокачивать, прокачивать, еще раз прокачивать. Ну как же это, очень много еды нужно, ребят. До 40 уровня, чтобы их всех прокачать. Ну дайте мне вот эту, пожалуйста, а. 120 ДНК. Так, ну что у нас там еще сколько остается? Да практически уже все, да? Практически уже все. У меня что, ни одного хищника нету, что ли? Есть. Карнораптор. Афиокамим и Тропиогоптер. Да, очень много 10-х уровней, 20-х, ну, 30-х еще более-менее. А вот 40-х действительно всего лишь 7. Да и то это обычные редкие. Опять тупандактиль. Сейчас будет брать Раджасегу. Наверняка. Ну что у нас, на Раджасегу пойдет Тропиогоптер тогда. До свидания. И опять же тупандактиль выполз. Но он сейчас все сольет, скорее всего. Да, он все сливает. И Афиокамим выходит. Вот так и сделаем. Капразух. Ничего себе, 1158 хп. Блин, он выглядит прикольно, когда прокачанный, да? Весь такой в шипах. Но я скажу, что, по-моему, сейчас ему крантарики будут. О, да. Ну что? Фига, он его покусал, покусал, еще потом головой выкинул. Как же у него смешно так лапы. Ну что, здесь наша победа. Мы переходим с тобой на 70-ю позицию. $10. Два поединка мы с тобой отбили. Ну что, я так понимаю, сейчас будет заключительный бой. Тепелозавр, апатозавр. И мне нужен хищник. Пускай это будет астафрикозавр. Пускай это будет астафрикозавр. Твою дивизию, блин, вот это я попал. Да, игуанодон у него там еще, смотрю, он внизу. Это будет, конечно, трындец. У него этот эдафозавра. Не эдафозавр, а именно эдафозавра. Так, вырубаем. Смотрим, сколько здесь. 97, о, слабенький. Слабенький чувачок оказался. Игуанодона возьмем, скорее всего. Блин, такой гребень прикольный. Так, ну что, я не знаю, ребят, наверное. Давай я так вот сделаю. Пять очков действий.
Ну, я так и думал, ребят. Ладно, допустим, у нас там апатозавр идет. Хотя мы лучше сделаем вот так. Раз, два, три, четыре. Ну, давай пять атак сделаем. А все остальное он перекинул сюда. Давай. Слушай, он сам по себе какой-то слабенький, да? Этот эдафозавра. Ну что ты, пилозавр, уходи. Нам надо добивать этого супостата. Ну вот, в принципе, и все. Все, друзья, мы забомбили. 58-я позиция. Здесь нам 120 ДНК. 120 ДНК подкинули. И здесь вот забираем награду. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.